Здравствуйте, меня зовут Анна Токарева, я врач-ортодонт клиники Dental Fantasy премиум-класса на проспекте Мира. Ко мне обращаются пациенты разного возраста, и дети, и взрослые с нарушением положения зубов и нарушением прикуса. Обязательным условием для ортодонтического лечения является хороший уровень гигиены полости рта, зубы должны быть чистыми. Если мы используем съемные аппараты, например, пластинки, трейнеры или капы и лайнеры, то чистить зубы легко и просто. Можно снять аппарат и вычистить их. Если же речь идет о брекетах, то, конечно, чистка зубов требует соблюдения технологии, скрупулезности. Необходимо использовать специальные щетки с пазом рабочей части, ёршики, зубные нити, ирригатор. К сожалению, у ребят подросткового возраста не хватает терпения, не хватает времени и сил выдержать необходимый регламент. И в конце концов, по окончании ортодонтического лечения, все это может результироваться кариесом вокруг брекетов. И для устранения такой проблемы разработан состав ROX Medical Minerals. ROX Medical Minerals предназначен для восстановления эмали, которая имеет обратимое кариозное поражение, это кариес в стадии белого пятна. Эффективен для профилактики кариеса, для устранения повышенной чувствительности эмали и также для улучшения внешнего вида зубов при флюорозе. В состав этого геля входят биосовместимые кальций, фосфор и магний. Эти вещества готовы легко встроиться в кристаллическую решетку эмали, если обеспечены хорошие для того условия. Прежде чем применять ROX Medical Minerals, нужно качественно вычистить зубы и убедиться, что удалось это сделать. Для этого нужно провести языком по поверхности эмали и почувствовать гладкость. Чистая эмаль абсолютно гладкая. Для тех, кто носил брекеты, врач-ортодонт изготавливает индивидуальные капы, они называются ретенционные, эти капы фиксируют форму зубной дуги. С другой стороны, эта капа может быть использована как резервуар для нанесения аппликации ROX Medical Minerals. Тонким слоем состав наносится внутрь, и капа надевается на зубную дугу. В течение всей ночи состав геля постепенно будет выполнять свою работу. Кристаллы кальция, магния и фосфора будут встраиваться в разрушенную часть эмали. ROX Medical Minerals допустимо проглатывать, потому что в его состав не входит фтор, стало быть, он безопасен. Еще одно преимущество ROX Medical Minerals – то, что в его состав входит ксилит. Это вещество, которое разрушает бактериальную стенку микробов, вызывающих кариес и воспаление десен. И таким образом продлевается действие реминерализирующего геля. Благодаря гелю ROX Medical Minerals можно укрепить пострадавшую эмаль, обеспечить естественный блеск зубам, снять повышенную чувствительность после ортодонтического лечения, а также можно осветлить ткани зуба на 4,5 тона. Этот эффект достигается за счет того, что кальций, будучи основным материалом тканей зуба, эмали и дентина, активно встраивается в структуру тканей и обеспечивает их яркость и блеск. Будьте здоровы и улыбайтесь чаще!